Привет, ребятки! Вот вам показываю. У нас есть такая бесплатная газета, которую мы получаем раз в неделю. В основном, по-моему, она приходит по четвергам. Называется что-то, как она называется, либерал какой-то. Там просто новости города, что происходит вокруг. Есть такой комьюнити-календарь, который, в принципе, так по большому счету расписаны все выходные. Обычные дни, видите, там август 7, 9, 10, 11 и так дальше. И вот в последний Wednesday, который был на прошлой неделе, Костя ходил с Идо, значит, был Moonlight Movie. То есть это когда на улице включают огромные-огромные экраны, все на улице могут приходить с одеялами и садиться и смотреть на открытом воздухе, конечно же, бесплатно абсолютно кино. Lego Movie Идоша ходил в прошлом году, когда оно только вышло. Почему в прошлом году? В этом году, по-моему, в начале года это было зимой. Вот. Ну, они просто пошли для фана с папой. И вот здесь даже написано, ой, настроим, что «Enjoy warm summer evening at Moonlight Movies». Вот, что написано, где будет проходить, что принести с собой одеяло, тра-та-та-та-та-та-та, во сколько это будет начинаться. И когда уже непосредственно они находились там, на самом этом фильме, конечно, такие большие впечатления, и было расписано расписание, что это будет каждую среду до конца августа, и, по-моему, даже первую неделю сентября проходить разные фильмы, правда, мы не знаем, какие. Так вот, на этой неделе мы тоже пойдем с Идошечкой, только в прошлой неделе был папа, а сегодня, на этой неделе, то есть не сегодня, а на этой неделе пойду я. И уже, естественно, расскажу вам про наши впечатления. Так что в любом случае это интересно, в любом случае для ребенка это еще дополнительная какая-то активити, которую можно делать бесплатно всей семьей, и как бы и убиваете время, и сами отдыхаете в этот момент, и все это бесплатно, и недалеко от дома, вот что самое главное. В таком, кстати, вот в этот день был дождь, когда они ходили, и поэтому непосредственно муви перенесли в такой большой-большой-большой зал. Тоже надули такой резиновый большой экран, и на нем показывали. Было классно, короче. Вот. Ну, вы можете видеть, я показываю здесь вам немножечко. Пока.